Англичане завоевали Москву и навели в ней европейские порядки. На главном стадионе России выросла живая трава, столичная милиция выучила основы английского, фанаты немного побили стекла в нескольких ресторанах, а что они устроили на улицах Москвы после матча, это слово не подобрать ни русского, ни английского. Разогреваться начали задолго до стартового свистка. Все-таки Англия – это футбол, пиво и музыка. Своему клубу фанаты Манчестера напели победу, а российскому рынку пива пожелали избавиться от импорта зависимости. Мы приехали, чтобы попробовать русское пиво и познакомиться с русскими женщинами. Девушки у вас красивые, а пиво все импортное. Где ваше русское пиво? Серьезных беспорядков ни до, ни после матча не было. Только в двух ирландских пабах пьяные болельщики разбили посуду. Ни одного подданного ее величества в участок милиция не приводила. Они ведь фанаты. Для них победа любимого клуба – счастье. Проигрыш – горе. Gutted. Обеспечивать порядок милиционерам помогали коллеги из Скотланд-Ярда. Полиция задержала одного из 3000 англичан, которым официально запрещено ходить на футбол. Хулигана опознали при входе на стадион. В Англии его отдадут под суд. Это единственный британец, который попал в сводки ГУВД. Зато российская милиция накрыла целую группу мошенников, которые в интернете продавали билеты на Лужники по 4000 евро за штуку. При том, что официально УЕФА распространяла билеты по цене до 200 евро. На трибунах матч посмотрели 42 тысячи британцев. Причем билет на стадион давал им право въехать в Россию по особому режиму. Власти вводили его на одну неделю, специально к финалу Лиги чемпионов. Потому мы и пошли, безвизовый режим сделал. Потому что мы понимаем, что люди едут не насладиться достопримечательностью Москвы. Они приехали посмотреть конкретное событие, матч. Правопорядок во время матча обеспечивали 15 тысяч милиционеров и бойцов внутренних войск. Вообще Москва жителям Туманного Альбиона запомнилась гостеприимностью и дороговизной. Поэтому в Москве чувствуют себя уверенно. Цены, конечно, кусаются. Английские футболисты тоже довольны московским финалом. Уэйн Руни в октябре уже играл в составе сборной Англии на Лужниках. Тогда россияне победили на искусственном покрытии. Новый живой газон стоимостью 3 миллиона долларов аристократам и красным дьяволам понравился. После матча УЕФА присвоила главному стадиону России высшее звание элитного. До этого в мире было два таких – Manchester City и лондонский Emirates Stadium. А теперь к этой английской паре добавились московские Лужники. Алексей Мельников, Александр Москвитин, Алексей Перепонов, РБК.